С вами Рэй, я решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения всем смотрящим данное видео. Сейчас я все-таки решил метнуться назад, чтобы взять еще строителей. Потому что я подозреваю, что их полегло великое множество на полях брани. Я даже морально готов увидеть сейчас разрушенные стенки отсутствующих фермы. Нет, фермы в порядке, кстати. Фермы в порядке. И даже рыцари на месте. Да. Но как минимум обездоленных я вижу массу. Есть обездоленные люди. Давайте их вернем в лоно нашего королевства. Я даже не буду восстанавливать стенку. Да. Я даже не буду восстанавливать стенку. Моя цель сейчас... пойти гораздо дальше. На основе того, что у меня есть, имея то количество людей, которые у меня есть, сколько же у вас бедных несчастных, да? Даже несмотря на то, что сейчас у нас получается вечер близко. Так, человечек, ты что-то не то делаешь. Вот тебе денежка. Да. Какие же вы бестолковые иногда бываете, а? Даже несмотря на то, что сейчас я ожидаю... Прямо сейчас будет рейд. Прямо сейчас. Не рейд, а ночная атака. Я поставлю здесь строиться. Опа. Здесь не поставлю строиться. Получается, нужно снести еще деревья. Вот сейчас я более чем уверен, что сейчас вот они идут. Знаете, оставшиеся. Да, некоторое огромное количество людей будут. Все-таки останется. Не дойдут. Но самое главное, чтобы дошли строители. Мне больше ничего не надо, честно. Но чтобы дошли строители. Кушаем, 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 кушаем папку. Выбрасываем деньги. Пойдем еще за деньгами. Ух-ух-ух, тяжелее, тяжелее на самом деле. После 30-го дня уже тяжело взять под контроль все. Как бы хотелось бы. Уже все совершенно не так. Хотелось бы идет. Вот они идут, строители. Но мне нужно больше денег. Мне нужно сильно больше денег, потому что мне нужно будет сдержать еще один рейд чисто финансами. Так что вот вы хвалились, что у вас много деньжат. Давайте их всех сюда. Все, достаточно, достаточно. Горшочек не вари. Кстати, поразительно большое количество людей дошло. Я ожидал гораздо меньше увидеть. Если честно. То есть все-таки мне получилось купить рейд. Такое ощущение. Максимальный уровень. Больше нельзя. А жалко. Жалко, хотелось бы. Кстати, может быть, нельзя... смотрите, сколько денег еще осталось. Может, это как-то ускорит строителей, я не знаю. Вряд ли, но тем не менее, а вдруг? Я, в принципе, не сильно много теряю, денег тут вон. Полно. Строители, давайте быстрее чухайте сюда. Давайте, наверное, даже поступлю так, чтобы призвать чуть-чуть больше строителей, я вот даже здесь башню поставлю. Просто чтобы больше строителей сюда побыстрее пришло. А тут плетутся только двое бедных несчастных. Мытарей таких. А мне тут нужно очень много действий произвести. Чтобы захватить таки плацдарм, с которого произвести финальное нападение. Я очень хочу это успеть сделать до... 35-го дня. Я не знаю, насколько хорошо это у меня получится. Получится ли вообще? Я, кажется, даже замедлил. Какого черта так рано?
Какого черта так рано вы сюда пришли, гады? Вы недоделанные. Еще слишком рано. Еще только вечер. Так, на ноги. Еще только вечер, какого черта? Очень тяжело захватывать этот плацдарм, но мне он нужен. Мне без него просто никак. Я не побрезгую даже сейчас деньгами. Еще вечер, только вечер. Только лишь вечер был. Какого черта? Какие у меня глобальные просторы на самом деле, а? Большая территория, конечно, да. Еще строители, потому что не сложилось, не сложилось. Даже так. И луков больше луков. Жалко, что они, кстати, делятся напополам, потому что сейчас половина только идет в нужную мне сторону, половина идет в левую сторону. А там вообще так много людей, прям лучников мне не надо. По большому счету. Но опять же, это не чистая прям такая стратегия, да. Это элементы, скажем так. Хотя, тоже, как сказать, может быть и стратегия. Может быть и стратегия. Ну, не прямого, скажем так, совсем не прямого управления. Такого управления, кстати, ну, вообще, эта игра уникальна. Такое ощущение, что здесь кого-то только что убили. Оу. Видите, что происходит? Зря это сделал сейчас его. Человечка, скорее всего... А нет, прошел. Да не бей ты человечка, меня бей. За мной давай. Засранец. Ну что, смогли? Нет, не смогли мои строители пройти. Давайте здесь тоже тогда укрепление. Интересно, куда они идут, если нет лагеря? Еще одного. Портал, что ли? Походу... А, может там еще... Нет, там нет лагеря. Там не должно быть лагеря. Рискнем? Тут. Что-то... Какого черта так рано? Да... Не, ну это слишком, ребят. По-моему, это хамство уже, а? Так рано-то нападать-то. Это чистой воды хамство. Солнце в зените, вы чё, опухли? Реально, солнце в зените. А ну-ка, давайте сюда, гады. Вы должны сдохнуть. Нет, уже вечер, все, уже вечер. Кушаем травушку. Так, и в другую сторону, за мной. Еще травушки покушаем. Нет? Да. Короче, будем их катить. Без вариантов. Главное, чтобы сейчас не было атаки. Хотя, опять же, только что вывалилось все, что должно было вывалиться уже вроде.
Ну, как-то слишком рано иногда атака прокатывает. Может, они просто рассчитывают, чтобы успеть добежать как раз до моего ближайшего укрепления. Так, здесь нужно вовремя вернуться. Оп. Я слышу чудесные звуки. Я слышу чудесные звуки работы строителей. Ну неужели? Неужели получится, а? Молодцы. Давайте. Так. Жалко, что их деревом не убил. Сейчас. Темнота отступит. Лес дремучий отступит и... Главное, опять же, вовремя нарулить. Дадим побольше времени нашим строителям. Да, чисто. Так, ну наконец-таки можно здесь ставить стенку. Это все, что мне было нужно на самом деле. Мне все, что нужно, перетянуть сюда стенку, чтобы сюда пришли наши рыцари. Вот он, флаг зажегся. По идее, их должно было уже рассветом уничтожить. Ау, и корона упала. Ну, хотя бы этих закатить успел. И то хорошо. Все, наконец-таки наступило настоящее утро. Прям денег только не хватает мне. О. Может, на апгрейд хватит еще один? Стеночки. А, чуть-чуть не хватает. Кто-нибудь. О, вот, вовремя. Давай. Пока строители не расползлись. Как минимум до кирпича проапгрейдим. Это означает, что сюда придут рыцари как можно быстрее со своей бригадой. И отсюда уже, ну, хоть какой-то шанс у нас есть реально напасть по-нормальному. Хотя, опять же, солнце, извините, сейчас опять нападут. Так, давайте за деньгами. Тем не менее. Стенку поставили, рыцари уже как минимум придут поближе. Давайте сюда еще одну как бы стеночку, так просто уже дополнительно, чтобы строители, опять же, не расползались сильно. Да, ребята. Как-то не густо у вас с деньгами, однако. Катапульты идут. Восстанавливать эту стенку я не буду, смысла мне нет. Хотя, опять же, как посмотреть. Как посмотреть? Я пока не буду развивать все-таки сильное фермерское хозяйство. Потому что если... Ну, я не хочу сейчас уходить все-таки в глубокую оборону. Я думаю, что нужно все-таки в глубокую атаку, скажем так, идти. Строители уже справились с своим делом, все больше мне пока не нужно. А вот лучники, ой, как понадобится. Давайте все, кто здесь есть свободных, хватаем луки. Еще могу. Все. Как минимум все, кто прямо сейчас были здесь, взяли луки. Что ж, смотрим. Результат. Какой у нас там? Ночь. Как подозреваю, что атака там опять же. Но пока основная сила лучников не дошла, я так подозреваю еще. Подозреваю, что нет. Хотя, чем... Да, смели башню нам. Чёртовой бабушке. Не знаю, как насчет рыцарей, но башню точно смели.
стенку, точнее, смели. Рыцари возвращаются. Но меня это не устраивает, ребят. Не устраивает. Где там? Все было дело. Восстанавливаем стену. Стенка была слабенькая, видимо. Так, и дождь. Дождь — это означает, что 35-й день. Это печально, на самом деле, я вам скажу. Это очень печально. Так, баф. Все никак, мы никак не можем пройти. Проломить ситуацию. Нужны промежуточные стенки, видимо, все-таки. Чтобы их было больше. Чтобы не так далеко откидывало наших людей. После провала атаки. Чтобы не так далеко отбегали все-таки. Вот смотрите, куда им приходится возвращаться, этим рыцарям. К ближайшей целой стене. Поэтому давайте все-таки еще строителей возьмем. Так, вот это не имело смысла вообще то, что я сейчас делал. Это совсем было глупо. Ну хотя бы рыцари все на местах, это и то радует. Да, я возьму побольше луков, этот, все-таки строители еще. Потому что подозреваю, что они все-таки мне нужны. Может быть, даже нужны люди уже, я не знаю. Я не знаю, я... Так, баф на стенках стоит. Поэтому бафать статую со стенками я пока не буду. Так, мне нужно... Куда? Может быть, просто рыцари долго шли, я не знаю, ребят. Может быть, рыцари долго шли, и в этом проблема... Может, в этом глобальная проблема всего. Так, как минимум эта стенка стоит, и причем она хорошо стоит. Как все плохо. Так, рыцари. Мне главное, чтобы даже не сломили атаку. Так, рыцари, отходим, отходим, отходим. Опять масса обездоленных. Ой-ой-ой, да, 35-я ночь же, ё-моё. Пускай они кушают, ладно, людей. Так уж и быть. Они кушают людей, которые нам, честно говоря, не так прям важны. А этих уже сейчас уничтожим. Я сказал, уничтожим. Ауф, прилетело как не вовремя. Так, вот эту гадость. Сломить. Уничтожить. Строитель, идиот. Короче, нужно больше укреплений. Сильно больше. Сильно больше укреплений надо. Огромное количество людей нам пожрало. Атака. Но, с другой стороны, пожрало не таких уж прям и важных людей. То есть просто человечек, который был просто с чем-то. Так, 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 так. Где стенка? Стенка, которую нужно восстанавливать. Она на черте где, да? Больше надо вообще стен. Это вот понятно уже прям совсем становится, что нужно сильно больше стен. И сильно больше крепких стен. Тем не менее, ребят, несмотря на то, что мы не проломили очередной портал. Вот. Тем не менее, мы выстояли. Выстояли очередную ночь. Хотя вы это уже видели, я это уже делал и не раз. Это не самое важное, что мы можем сделать. Да. К сожалению, тем не менее, именно пробиться дальше у нас не получилось. К сожалению. А хотелось бы. Но мы попытаемся в следующей серии это сделать. А с вами был я, Рэй.
Пока-пока. Счастья вашему дому. До следующих эпизодов. Понравилось видео, не будь редиской. Поставь лайк и оформи подписку.